Меня зовут Светлана Мурашкина. Меня зовут Наталья Сепман. Мы научные сотрудники отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа. И кураторы выставки «Альбрехт Дюрер», приуроченной к юбилею художника. В протяжении года мы снимали проект «Хроники Дюрера», в котором покажем вам, как мы работали над выставкой. Вместе с нами вы посетите экспозиции фонда Эрмитажа, реставрационные лаборатории и наши рабочие кабинеты. Носорог, меланхолия и гравюрный кабинет. Хроники Дюрера.